Порядка 70 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС по всей стране за месяц. Перед подготовкой к отопительному сезону специалисты проверили около 100 тысяч частных домов. По их данным, большинство казахстанцев не соблюдают предписанные правила, оставляют детей одних при отапливаемой печи и допускают нарушения при ее установке. О том, какие меры профилактики предпринимаются, чтобы не допустить ЧП, расскажет Мира Альжанова. Жительница одного из районов столицы Римма Буральская вот уже 23 года живет в частном доме. Как отмечает женщина, пожары в этой части города явление нередкое. Только за последний месяц, говорит она, хозпостройка по соседству горела дважды. Вот убираю второй день мусор. После пожара тут столько дров было, вот обгорело и все лежит. Вот это сверху тут все. Что могу скидывать? Прохода нету, как нам жить? Он не выходит, сам хозяин не выходит, не помогает. Вот позавчера, в 10 часов вечера, соседи нам постучали, что мы горим. Уже пламя перекидывалось на дом на него. Я крайняя тут. Я крайняя, мне ходить. Мне неприятно, что такие вот заборы, что вот такое все. Вот я убираю этот мусор. По словам жителей, точную причину пожара никто не знает. Однако спасатели выдвинули свою версию произошедшего. Неосторожное обращение с печью и спичками в отдельных случаях. Непотушенная сигарета. Основные причины пожара в жилом секторе – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. На сегодняшний день у нас вот по городу зарегистрировано 384 пожара, а в жилом секторе это 200 пожаров. По данным МЧС, только за последний месяц по всей стране выявлено порядка 70 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. Возгорания, говорят спасатели, происходит в основном в частных домах из-за неправильной эксплуатации печей. При эксплуатации печи запрещается на расстоянии 50 сантиметров сушить дрова, в том числе одежду, обувь. Также перед печью, значит, размером 50 на 70 в обязательном порядке должен быть притопочный лист. А также, значит, на поверхности печи менее 1,5 сантиметров не должно быть, значит, щели. Для того, чтобы предотвратить появление угарного газа, специалисты рекомендуют своевременно чистить дымоход. Только за прошлый отопительный сезон по всей стране произошло 5000 пожаров. В результате погибло свыше 200 человек. Мира Альжанова, Даниара Умар, Нурлан Утигенов, телеканал АМТ, Нур-Султан.